Все свободное время витебчанин Владимир Захаров посвящает искусству движения. Увлечение современной хореографией оказалось настолько сильным, что все другие дела, в том числе и работа, отошли на второй план. И хотя в танце, как и в спорте, главное не победа, а участие, витебский коллектив настроен выйти на фестивальную сцену и покинуть ее под аплодисменты и с наградой в руках. Очень сильно зависит от энергетики, от души, как ты работаешь, как ты делаешь, для чего ты делаешь. У тебя может быть 1000 шпагатов, но из тебя будет никудышный актер, или ты не будешь чувствовать сцены, не будешь чувствовать зрителей, и все равно не выйдет номера. Они разговаривают на одном языке – танца, но у каждого хореографа свой неповторимый диалект. Витебский фестиваль – это не только конкурсная программа, но и возможность поделиться с коллегами и начинающими артистами своим видением мира, своими переживаниями и своей энергетикой. Первый танцевальный урок от хореографа из Люксембурга. И получается, как вы видите, очень такая мягкая работа, но тело очень, ну, как мягкое, но очень может двигаться очень красиво и с осторожным, с вниманием. География участников от Франции до Поднебесной. 32 коллектива поборются за главный приз фестиваля. Из них 9 – белорусские. И если на заре форума наши танцоры неуверенно ступали на сцену, сегодня хозяева достойно смотрятся на фоне именитых зарубежных коллег. Это тогда раньше мы открывали терра инкогнито современной хореографии. Сегодня это абсолютно нормальное явление, как любой там вид искусства. Вот, все стало на свою почву, на свою основу. И сегодня мы соревнуемся среди профессиональных коллективов. В этом году, помимо гран-при и звания лауреатов первой, второй и третьей премий, организаторы учредили несколько специальных наград. Но главное, по словам танцоров, это все же признание зрителей. Впрочем, на знаменитую сцену выйдут не все участники фестиваля. Сначала закрытый показ перед жюри, а уже потом в финале на главной площадке будут только лучшие. Зная об этих строгих правилах, танцоры все равно едут в Витебск. Из Пекина, Челябинска, Мяльмё, Риги, Таллина. В витебской афише сразу несколько громких премьер. Одна из них сегодня открыла танцевальный форум. «Жизель» в постановке знаменитого «Киев модерн балета» – современное прочтение классики. И хотя сюжетные линии далеки от традиционного балета, главную идею хореограф все же сохранил. Настоящая любовь сильнее всего на свете. Это очень ответственная сцена, и эта сцена это зал зрительный, в котором будет очень много профессионалов, рекордное количество. Вот, люди, которые занимаются современным танцем. Поэтому выбор «Жизели» был не случайен. Ну, во-первых, это самая свежая наша работа. Во-вторых, одна из самых масштабных. Это очень дорогой проект. И, на мой взгляд, удачный. Танцевальная палитра Витебского фестиваля настолько разнообразна, что поклонники современной хореографии пока затрудняются назвать фаворитов. Вероятнее всего, интрига сохранится до конца недели. Итоги международного конкурса жюри объявит лишь в воскресенье на концерте закрытия форума. Олег Шапель, Олег Гринов, «Наши новости», Витебская область.